Порталы и больше порталов. С вами Король Порталов. И поскольку никому не понравилось мое прохождение Кирби, я решил все-таки не снимать эту игру и вернуться в Форейдж. И сегодня я заметил вот тут вот, вот это вот. Как я понял, те клеточки, которых тут нету. Ну, то есть есть клеточки в некоторых местах, а в некоторых нет. Это должен быть просто квадратик. Это те клеточки, которые мы вот тут внутри должны активировать вот этими штуками. Я сейчас попытаюсь это повторить. Если у меня что-то получится, вы это увидите через пару секунд. Вот! Получилось! Смотрите! Они теперь все активированы, я могу как угодно распихивать эти кубики. 4 сундучка! Чего? Откуда так много? Ничего себе! Вот это лут! Надок самоцветов. Круто, у нас теперь скин зайчик. Ой, стоп, я подумала, что это сундук. Ничего себе, это круто, очень круто. Да. Где это еще один тип самоцветов? Это все. Пришел печать древней галактики. Печать древней галактики. Сфера духа! Ухи! Используем. Я, наверное, сделаю вот это опять. Круто! Очень круто! Я не ожидал, что там будет такой крутой лут. Придумали. Мне кажется, нужен какой-то, не знаю, как это называется, лупа, типа, чтобы поставить и там солнце сконцентрировать. Наверняка это делается как-то по-другому. Так, кладем наши рубины и топаз. Нам остается по одному один рубин и один топаз. И еще 44 этих кристалла. Теперь у нас тут завершены клетки. И теперь у нас почти что завершено горное дело, кроме свитка и вот этой штучки. Чтобы взять свиток, нам нужно прокачать свитки мастера. И, наверное, на это я потрачу следующий уровень. Я сейчас продолжаю расчищать лесок. Смотрите, какой у нас чистый остров для репок. Он прям весь чистый. Чтобы таким остаться дольше, я сделаю вот так. Все, мы увеличиваем популяцию свеклы в мире Форейджера. У нас теперь будет свекла расти. О, я продал все, что вот как бы у меня нереально много было, и стал магнатом. Только теперь нужно хоть чуть-чуть восстановить эти ресурсы. Еще если там теперь большой рюкзак доступен. Вот вы можете спросить, а зачем тебе так много денег? Ты что, обнаглел? А я сейчас покажу, зачем мне так много денег. Четвертый биом, который есть в этой игре. Что это за светильники? Это снова какая-то головоломка? Давайте пройдем. Я сомневаюсь, что это такой же сложный, как это. Так, давайте сначала убьем. Чего он так долго убивается-то? Thank you.
чародейств. Тут пчелы. Все, я все активировал. И что, это снова была какая-то головоломка типа? Вообще-то нет, это даже не сложно. И что, как мне это открыть? Как их открыть, алло? Алло, как их открыть? Ей нужно надеть какой-то магический палочек, который все... Да что это за штуки, которые вот тут растут и потом уходят под землю? Теперь монеты оцениваются на 50% дороже, круто. За всю серию я не забирал банки, только в самом начале. И тут уже полно денег, мы почти что накопили. Очередной данж. Я сегодня уже третью головоломку прохожу. Немного ли? Окей, это последняя. Все, после этого серия кончается. Галактика черепа. Чего? Живу, но не дышу и холодно, как смерть. Я пью всегда и жажду, я не знаю. Смягчает кожу, сила ее дробит камень. Вода. Так, следующий. Что мускулом и чаром не по силу открыть, то мне вполне по зубам. Ключ. Это ключ. Два ключа. Впервые вижу удвоение предметов в ключах. Так, и последний. Мне падения не страшны, но погибель в своем владении. Слизь? Так, окей, надо подумать. Что может не развалиться при падении с высоты? Бумажка! Так, а тут что было? Живу на недушой, холодно, как смерть, я пью всегда не жажду, не смерть. Но почему-то тут должна быть рыба. Где топаз? Я не понял, почему тут выпадает такой топаз. Астроном черепа. Улучшить загадку галактики черепа. Печать галактики черепа. В общем-то, это конец этой серии. Всем пока, с вами был.